Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку и в Солянский район. Глава государства и первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Сальян. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме на 80 коек и детской поликлинике Солянской районной центральной больницы. Глава государства принял участие в открытии Солянского центра цифрового управления открытого акционерного общества «Азарешех» и центра «Асанхидмет». Затем глава государства дал интервью азербайджанскому телевидению. Подготовленный в связи с этим расширенный репортаж вы сможете посмотреть в следующих выпусках «Астовый Хабар».